Так, мехновец. Контрольную ты списал благополучно. Теперь иди к доске, реши задачу. И посмотрим, как ты решишь без своих шпаргалок. Так, задача первая. Решай. Все остальные решаем в тетради. Что, мехновец, не можешь без шпаргалок. Ничего не понимаю. Так, иди сюда. Карман выворачивай. Джемпер снимай. Дальше. А, что такое? Ну-ка, дай. Молодец, ты сегодня честно заработал свою десятку. Ты меня удивил. Без шпаргалок. Продолжаем урок. Открываем страницу 85 и решаем задачу. Слышь ты, чё тут околачиваешься? Надо. Кристину, что ли, ждёшь? Ну а если и Кристину? Твоё какое дело? Моё? Это я её всегда здесь жду. Ты? Я. Да кто ты такой? Чего ты здесь раскомандовался? Чё надо, то и раскомандовался. И не надо тут своими букетиками махать. Что? Ничего, имею право. Какое право? Такое право. Ей одних цветов на 100 рублей накупил. Понял? А я на 200. И что? И то. А я ей розы дарил. А в кино? Водил? Ха, в кино. Да мы в театр 2 раза ходили. Ну и? Да, ничего. Даже до дома проводить не разрешила. У меня то же самое. После кино спасибо, я домой. Не, ну представляешь, 1,5 года за нее математику, физику, даже иногда информатику решал. А я биологию с химией. Иногда свои лабораторные не успевал, лишь бы только ей решить. Слушай, а может ей мягкую игрушку купить? Может, я не знаю. Я ей даже как-то стихи пробовал писать. И ты тоже. Ну как писал? Так у Пушкина пару строк взял. Не, я сам.
Три ночи сидел, сочинял. Так, Морозова, расскажите мне, как все произошло. Мы на перемене с друзьями обсуждали силу чувств и существование вечной любви. Да просто стояли, болтали ни о чем. Тихо, Максим, и до вас очередь дойдет. Продолжайте. Так вот, я говорила друзьям, что нет ничего важнее настоящих чувств. А он пусть сам вам все расскажет. Что? Что вы сказали Морозовой? Я сказал, чтобы меня так любили, как я люблю поесть. Ужас, ужас. Что же было дальше? Я пыталась сказать ему, что любовь важнее бутерброда. Я сказал, что бутерброд с колбасой лучше любви. Да, кошмар. Анечка, вы не рвите свое сердце. Ведь это же гипотетический бутерброд. Какой такой гипотетический? То есть вымышленный, не настоящий, абстрактный. Какой вымышленный? Бутерброд был самый настоящий. Настоящий? То есть как? А вот так. Он говорил, мол, лучше любви нет ничего, а бутерброд лучше, чем ничего, и хрясь его в рот. Ну хорошо, хорошо. Каждому свое. Кому-то любовь, и это очень прекрасно, а кому-то бутерброд. Так бутерброд же был мой. То есть как? Максим, вы обидели беззащитную хрупкую девушку?